Всем привет, ребята, вы на канале Диманди. И, во-первых, я бы хотел поблагодарить вас за большой хайп на моем канале. И я вам хочу сказать... Продолжаем хайпить. Новости с Ютуба. Николай Соболев завидует черной завистью Ивангаю. Предвижу вас вопрос, почему. Не стану вас долго томить ожиданием и покажу вам небольшой видеоролик. Вообще, как феерическими темпами начал набирать вот эту популярность, и даже никто не смотрел на то и не знал, что Ваня почти под копирку копирует ролики зарубежного блогера. Я не понимаю, что ты хочешь сказать! Чтоб вы понимали, в первых роликах Ивангая, ну, прямо все было кадр в кадр. Я ловлю себя на мысли, что где-то уже это видел. Комментарий излишен. Вы сами стали... свидетелями высказывания Николая в адрес Ивангая. Кстати, никогда не подозревал, что я пенсионер среди подписчиков Ивангая. Ведь 6-летний рубеж я пересек уже дважды. Что два секс-символа малолеток разного времени? Проведем несложные математические вычисления. Надеюсь, вы еще помните таблицу умножения в пределах 4. Итак, задача. У Соболева 3 миллиона совершеннолетних подписчиков, а Ивангай 12 миллионов подписчиков, достигших 6-летнего возраста. Вопрос. Во сколько раз 6-летних подписчиков больше, чем совершеннолетних? Решение. 12 разделить на 4. Получаем верно. В 4 раза. Теперь мне стало ясно, почему у нас в детских садах не хватает мест. А еще мне бы хотелось предостеречь тех, кто собирается создать свой канал. Особенно тех, кто его создал. Дорогие ютуберы, если вы не будете выпускать видео больше недели, то все подумают, что вы подсели на наркотики. Знаете, это какое-то уже проклятие на ютубе, что два секс-символа малолеток разного времени подсаживаются на наркотики и просто перестают снимать свои видео. Ивангай упоролся, упорот. С чего вы это взяли? И если вы думаете, что я сейчас просто сморозил какую-то херню, не подумав, нет, к сожалению, я знаю... Что можно сказать? Это, конечно же, неправда. Уверен, что тот, кто является настоящим поклонником Ивангая и следит за его жизнью, тот в курсе, что он находился в Америке, и время нужно, чтобы было приехать в свою деревню. Он там отснял видео, уже его выпустил, и он выпустил уже 4 видео. То есть этот месяц он уже как бы, ну, оправдал своими теми 4 видео. Ну что, друзья, я хочу прибегнуть к сложным математическим подсчетам и напомнить, что последнее видео Ивангая набрало 5 миллионов просмотров. Только представьте, 5 миллионов 6-летних детей смотрят не смешариков, Барбоскиных, Лунтика, а Ивангая. Теперь я понял, почему Николай Соболев так зол. Просмотры мультфильмов резко упали, и ему не с кем обсудить новые приключения озорной семейки. На этом все. Вы были на канале Диманди. Всем спасибо. Всем пока.